Привет, ребята, приехал до мамы. Мама утку делает. Хорошо, я ее не отрежу сама. Хорошая такая жирненькая, это домашняя уточка. Так дай бабушке. Сейчас, бабушка мама. Мия, она же цели мама, выросла. Так хорошо да, выросла. Бабушка, ты же цели выросла, сделай утку. Что, а уточка? Так, ма, так ты дай нормальный ножик бабушке, большой. Пожалуйста. Дай большой, возьми, иди утку сделай. Вон там, пожалуйста, возьмите ножик и вперед. Вот, великий бери ножик, да, надо ее разрезать. О, Олечка тоже хочет уточку. Тату придем здесь. Тату занятый, он там делает это. А ты поришь как раз. Что знаю. А тут царапина. Я тут на картинке, хорошо? Девай, девай. Что это? А, это замотано в кулечку, что, мол, если хочете, да, печень, да. А. Может, тебе дать велику доску? Подожди, подожди, что же там? Бо, может, побольше тебе дать? Что там, что такое? Давай, стой, давай, тебе помой руки, добре, стой, я тебе дам перчатки. Не-не-не, подожди, ба, подожди, на. Я сама возьму. На, помой, витри нас сначала руки, хорошо? Витри хорошо руки. Подвинься, я тебе сейчас дам перчатки. О, тут где-то были. О, вот. Возьми перчатки. Ой, вона так хорошо пахне смаленим. Видно, що свіже. Ні-ні, одівай, потому що ти собі руки позамазуєш. На одну. Ну так, а так лучше перчатки викинула, дай все. На, от візьми собі. Одінь собі розові перчатки. От. Може, я тобі дам побольше доски? А, вона вже зайнята, вся та доска. Давай я тоді отак подвіну тобі, щоб не мішало тут. От ці можна відсюди забрати, от, щоб тобі теж не мішало. От, і включу тобі світло. Смотри, тут ще пакетик є, можна буде. Давай тобі, може, миску огромну, щоб її ставити сюди? Или куди ти будеш кусочки ставити? Та, звісно, мисочку тоді, кульочки ти. А ну давай подивимося, щось тут є. А там. Ага. А от отаку, смотри. Там є скрипочка. Ну і як то крила поодрізати. Спочатку треба отак її врізати. Посередині, да? Так. Да. А, от, а потім. Ну може я попробую тобі врізати. О, так вона хорошо ріжеться, диви. Це ну кай скільки то вона? Утка скільки стоїть? 300 рублів. Ой, мама моя. Ну так це ж утка. І вона важить скільки? Вона 3 з чимось кілограма має. Як не більше. Так диви, як вона хорошо ріжеться. Що? Ліника, вона хорошо пахне, так? Да? Ну. А це що таке? Ну це печіночка така. А тут... Це не жовчний мішок, це не печінка, ба. Це, мабуть, вибрасуй. От ось сюди вибрасуй кишки. Давай її отут ще різанем. Зріжу. А ну держи її ще отут ріжану. Така крепка, яка не сукирка була. То, що ми... А там нема такого ножичок, такий був здоровий. Вроді вона... О, ну хорошо, дивись, іде. Я таку розчиняю тут. Так спочатку треба голову ба отрізати, мабуть. А де її голова? О, глянь, давай голову отріжемо. Голова хороша. Знаєш, що це ж? Отут можна. Так, можеш зробити. Ти не хочеш холодець зробити з курки? Зробити ти холодець з утки, ба. Так може не морозьте, а поставте варити кусочки та зробити холодець? Я знаю. Ну так а чо, давай. Зробите холодець. У вас є сеть. Ти вмієш робити? Зробиш холодець? Ба. Ну що не вмієш? Ну так що, давай холодець зробимо. Чого ти? А ну підожди, я рукою може. Ого. Дуже здорова. Ти зможеш її зламати рукою? Ага. Це не зламаєш, не отрікла. Це пепел такий. Фу, а це що таке? Чертона моя. А це засмалена. Тут нужна така кишечка буде. Співають. Пахне гарно. Так я ж тобі говорю, що це хороша домашня. Так а ти не будеш витаскувати? Ви будете в місті шкуркою варити на холодець? Варю це шкурочкою, якщо тут жирне. Да? Ну,
Ну, ну хорошо. Хочешь, возьми. Чтобы я... А сейчас скажу... Ты что ж ты рвешь крыло? Надо резать его. Ты тут думала, что ти... Диру. Чи це такі ножі? Та нормальний ножик. По руках і затяг кістки не дріже. Та я вже мене... Щас я тобі допомогу, подожди. Так, ребята, ми вже зробили утку. Розрізали її на куски. Щас покажу вам, що у мене на обід. От зараз, смотрите, полтора почти. У меня обед получается с 12 до 3 часов. Значит, у меня сегодня на обед вот такой вот сок агуша яблочный без сахара. Вот затем у меня рыбочки. Долечка, что ты плачешь? Вильчик пішов, она плачет. Затем у меня в судочке, вот смотрите, грибы и помидорки. Грибы обжаренные без масла. Вот. Это уже 4-й день будет диеты. И вот такие вот макарошки. Тоже с грибами. Это вот сегодняшний обед. У меня, получается, уже закончилась белковая диета. То есть уже белков не будет, а будет уже более-менее лучше. И вот такой вот сок. Что у меня сегодня было на завтрак, если спросите? Завтрак был у меня рисовая каша с яблоками и сок. Это был мой завтрак. Перед едой обязательно воду выпить. Я уже выпил за 30 минут до. Что, приятного вам аппетита всем. Хорошего дня. Знаете, уже папа какую сделал террасу. Писали зрители некоторые, что очень плохо, что не дивиться с домом, що лучше перекрасить в цвіт криші коричневий, що лучше буде дивитися. Так, я опалював. Мені подобається цвіт дерева. Щось повинно зливатися з домом. А отут теж будуть кусочки, так? Ні, не будуть кусочки. Я там буду так у доски вирізати так от. Смотри, як буде. А, я понял. Я ж не буду вирізати так от. А, що там теж будуть дерева забити. Ну сейчас просто так смотрится, а потом, когда будут еще окна, тут стоять колонны, будут деревянные, зашиться беседка, она будет очень красивая. Все будет смотреться. Но под цвет дерева намного лучше. Ну, сейчас с мамой будем смотреть, ехать мебель в караван. Хотели в спальню купить кровать. Приехала Кристина в гости до нас. Та-дам! Привет. Ты уже дала маму, вижу привет, я. Привет. Сейчас телефон. Полчаса як приїхав. В тапочках мами не да. Ну, а потому що других нема, папа позабира. А, вот вони на вулиці стоять. Ні, мамині, але підходять мені. Ну, я ж кажу, один. Сьогодні хороша погода, от ти вже нарешті сьогодні пальто вділа. Ти казала в відео, що пальто, пальто, коли я його вдів. Я так хочу, так швидше. Брати двері, держи собак. А де собак? Ні, вони на вулиці. Вони всі на вулиці. А, от одна. Одна є. Тихо. Ля, Ля, що делай? Хороший. Ну, я повторяю, я так не одевала, как ты хотела туда. Красиво. А, это что, что ты в Турции? То, что ты каза... Нет, это не в Турции, это тут. Красиво. То, что ты сказала, что мне надо было куплять, но оно типа, ну... А я что-то уже и не помню. Не, красиво, не, только без той штуки, пояса, без пояса. Да, я так и одевала. Потому что пояс не очень. Я же так захотела одеть кроссовки, уже наконец-то, побыстрее, потому что уже зимняя. Я сам в кроссовках хожу, вон, давай, это же кроссовки черненькие.
Не, я сегодня солнце, я сегодня вчера, нет, вчера дождь был, я вчера не одевал, а сегодня я... Понимаешь, у меня получается так, что я, если одену свои пуховик и кроссовки, я буду как попандопала, поэтому я уже без пи хотела пальто. Я вам тоже... А, не, я еще эту курточку ношу, что у меня есть. Кристина приехала. Кристина, привет. Мам, мы ж идем, чтобы до 4 вернуться. А что это за цветочки? Ой, на П как-то называется, я не помню. Это когда весна. Они на этом стали цвелись. А что, они уже есть, да? Да. А где ты купляла, Кристина? Это я потом скажу. Это вам. Ой, дякую. Поставите себе. Солодко. А их на улице надо видеть? Да, сейчас именно этот период. Можно на улицу. Красный, синий. Ой. Спасибо, Кристина, очень красиво. Мне нравится. Я каждый год в Италии такие садила. Это... Что, не помнишь, сынок? Что-то роза. Как-то на П называется. Я уже не помню, честно. Они уже появились. Уже такие, знаешь, я маме купила оранжевого, какой-то такой желтый. Ну, короче, очень интересно. Мне фиолетовый больше нравится. А тут нема этикетки где-то сзаду? Нема. То иногда бывает этикетки. Я забыла, сынок. Мы когда-то покупали их. Они были по евро, по-моему, всегда их в магазине выбрасывали, и на сейчас период их. Что ты рассказываешь? Тебе нормально не жарко, в тебе на вікні. Не жарко, идем ты поставим. Де ти кажеш, тебе жарко? Ну, якесь надо тарелочку піднесь, наверное, тобі. От де в тебе жарко, скажи? В тебе абсолютно не жарко. Ну, тут сонце, да. Батареї у нього виключені. Я... Вона каже, що їй багато сонця, так і тоді їй треба сюди купити штори темні якісь, які будуть закривати від сонця. Ілі на худой кінець поставити жалюзі сюди. Да. Закрила вікно. Бо так ширми тягне тут. Я тобі жалюзі сюди поставлю, ти будеш закривати літом і не буде сонце проходити. І це буде, і жалюзі будуть спеціальні. Отакі, як в туалеті. Бачила, як в туалеті оце? От я тобі отакі поставлю, як в туалеті сюди. Ага. І ти закриваєш, і тебе сонця не буде. От то ще й боюся, думаю, господи. Ні, лучше його поставити там, де тіньочки, тому що воно не спалилося. Чи в мене тут поблюдечко. Потім із блюдечкою поливати, не дійсно, що не забувайте поливати. Так, ну, красиве, смотри, да? Красиво. Более такі насищені, а це какой оранжево, жовтим, а у мене білий. Мені фіолетовий більше подобається. Дуже красиво. Я білий себе взяла. Моя скривка, ти ж тут я була на сонці. Ой, а это что такое на полу пороскидывали? Ну, мам, пішли, бо нам надо до 4 часов успіть. Що, діти маленькі чи що? Смотрите, такі мама купила в'юзки. Нові на стулья. Уже от вижу, Віллі вже замазав. Да, уже, наверно, це Віллі помазав, Віллі это були. Що? Зверху, бачиш, такі. Ну, от эти лучше. Красивые.